Всем привет! С вами Александр Провектор, и сегодня я хотел бы рассказать неведающим и неподозревающим пользователям прошивки Android 5 Lollipop о скрытой игре, которая находится в самой прошивке, а также сейчас покажу, где ее найти, как запустить и поиграть. Итак, поехали! Открываем шторку, заходим в настройки, отматываем в самый низ, выбираем о планшете. Видим, версия Android у меня 5.0.1, неважно какая у вас версия, главное Android 5. Нажимаем на нее несколько раз. Запустилась заставка игры, такой чупа-чуп, Lollipop. Если будем просто на него нажимать, она будет переливаться различными цветами. Если мы будем держать палец, запускается игра. Эдакий Android Flappy Bird. Достаточно интересно сделано и гораздо сложнее, чем Flappy Bird. Как видно, на различных локациях и всегда в разные стороны. Тапаем по экрану. Думаю, все играли во Flappy Bird. И узнавшие о такой игре, которая есть на каждой прошивке Android 5, думаю, будут очень довольны, что у них есть, так сказать, свой Flappy Bird в кармане, который даже скачивать не надо, ничего устанавливать. Достаточно интересно играется. Игра очень хардкорная. Как видно, я не могу заработать даже одно очко. В принципе, вообще круто. В общем, как-то так. Если вам понравился обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А с вами был Александр Провектор. We'll be right back.